Двойной праздник в День защиты детей. 8-й психоневрологический дом ребенка отметил 70-летие. Сейчас здесь живут 45 детей, чей возраст от 0 и до 4 лет. У всех нарушения в развитии, а каждый четвертый ребенок имеет статус инвалида. Основная цель их пребывания здесь – улучшение состояния здоровья. У каждого ребенка есть индивидуальная программа реабилитации, которая корректируется по мере необходимости. Туда вносятся изменения, направленные на то, чтобы наша реабилитация была максимально эффективной. Водолечебница, кабинет физиотерапии, занятия в музыкальных классах. В учреждении есть все для реабилитации. И, как правило, у большинства воспитанников появляется прогресс. По случаю праздника детей навестили представители районной администрации и комитетов по тарифам и здравоохранения. Эмоции, как любой детский праздник, это умиление, это восторг, это прекрасная работа воспитателей, и мы видим, что если дети сначала стеснялись незнакомых взрослых большого количества, то потом они раскрепостились. И в этом, конечно, заслуга работников дома ребенка, потому что вот такие праздники, такое раскрепощение детей говорит о том, что дети социально адаптированы. Главная мечта сотрудников дома ребенка, чтобы их подопечные обрели семьи. Пока это желание почти всегда исполняется. Только в этом году отсюда выбыло 22 ребенка. Детей либо усыновляют, либо забирают их биологические родители, которые помещали ребенка сюда лишь на время. Такое тоже встречается достаточно часто.